Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Nokia 2720 Flip. И сейчас я покажу вам, как сделать захват экрана, скриншот на этом телефоне. Итак, смотрите, у вас здесь есть такая большая-большая клавиатура. И если вы хотите, вы зашли куда-либо, например, в магазин приложений, ну, к примеру, и хотите здесь сделать скриншот, тогда вам нужно сделать следующее. Вам нужно будет одновременно нажать на кнопку звездочка и кнопку решетка. Давайте попробуем нажать на счет 3. Раз, два, три. Снимок экрана сохранен в галерее. Давайте попробуем сделать то же самое еще раз, только в каком-то другом приложении. Вот у нас есть приложение карты. Откроем его. Разрешим все, что нужно. И нажмем одновременно на кнопку решетку и звездочка. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Отлично, снимок экрана сохранен в галерее. Вот и все, ребят, все вот настолько просто в этом замечательном телефоне. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.